Масленица – один из самых светлых и радостных праздников. Он ассоциируется с блинами, и этот день знаменует начало весны. Пробил весны сегодня час, и я очень рада видеть вас. Спешу всех одарить теплом, чтоб все цвело кругом. В Димитровграде провожали зиму в разных районах. На площади Советов, у Центра культуры и досуга «Восход» и на стадионе в районе молочного техникума. Администрация города и специалисты управления культуры устроили праздник и для детей, и для взрослых. Одни поднимали гири, другие пели частушки, а самые смелые решили подняться на столб. Пришли всей семьей посмотреть, проводить зиму, встретить весну. Блинов уже поели, приобрели на память до следующей весны. Настроение отличное. Блины на празднике предлагали на любой вкус и с разными начинками. Блинов напекли много с разными начинками, с клубникой, с творогом, с печенкой, с яблочком, простые блинчики, французский блинчик с дырочками, как у бабушек раньше были, вкусные блинчики. Димитровградцы не только веселились и ели блины, но и просили друг у друга прощения. Масленица, великий такой праздник, у всех надо простить прощения за все свои прогрешения, за все грехи. Все нам должны прощать, и мы простим всех. Прощения уже просили у кого-то? Да, у всех попросили. С утра у всех соседей, всех соседей блинами угостили. Настроение отличное. В завершении праздника сожгли чучело зимы. Юлия Лаптева, Константин Белов. Наше время.